Короче, слухи. Перед своим выступлением в Лондоне актер решил попробовать необычный способ заработка. Все это ради своей жены, которой очень понравилась дорогая брошь, выставленная в витрине ювелирного магазина. Алексей Васильевич должен был выступать в Королевском Альберт-Холле, концертном зале на 9000 зрителей. Перед выступлением решили прогуляться. Рассматривали витрины ювелирных магазинов, в один из них даже зашли. Там я увидела брошь невероятной красоты, у меня даже дыхание перехватило. Я ее примерила, она мне так шла. Узнав цену, мы были шокированы. Но Алеша сказал, что ее непременно надо купить. Я, естественно, отказалась. Актер сумел найти выход из непростой ситуации. Он говорит: «Ну нам же деньги нужны на брошку, вот я и заработал». Продавал посетителям уборную туалетную бумагу. Увидел рулон, висящий возле кабинок, закрыл его всем телом. А когда люди просили дать им бумагу, отвечал, что дать не могу, могу только продать. Все смеялись, но деньги протягивали. Да, если Петренко входил в раж, его было не остановить. Любите свою жизнь и подписывайтесь.